Всем привет! На WWDC 2015 представили новую операционную систему для Mac под названием OS X El Capitan. Немного изменился внешний вид и улучшился функционал. Появилась функция разделения экрана, как на Windows 8. Улучшился Spotlight. Теперь пользователь может делать запросы на естественном языке, а сама функция стала работать значительно быстрее. Благодаря оптимизации быстродействия новой операционной системы Apple возросло до 1.5 раза. OS X El Capitan поддерживает новые жесты. В браузере Safari стало удобнее добавлять закладки. Apple перенесла на Mac технологию Metal, которая позволит до 40% увеличить скорость прорисовки. Финальная версия системы выйдет осенью этого года и будет распространяться непосредственно через магазин Mac App Store. Качать El Capitan могут бесплатно все пользователи Mac.